Лыжный сезон этого года для Кумертау был отмечен яркими событиями. Это начало реконструкции лыжной трассы, проведение чемпионатов и первенств различного уровня. Закрытие лыжного сезона является своеобразным подведением итога всей работе. По традиции, заключительные гонки посвящаются известным лыжникам нашего города, которые в разные годы ушли из жизни. Они внесли большой вклад в спортивную жизнь Кумертау, поэтому их имена вспоминали на мероприятии. Прежде всего, они посвящены памяти наших друзей, которые когда-то в свое время вложили очень большой вклад в развитие лыжных гонок в нашем городе, в республике, в России и даже в Советском Союзе. Это памяти Багит Хамата Сагизатуллина, у нас это участники Олимпийских игр, это памяти Крылова Геннадия Петровича Павловича, бывшего директора горного колледжа, памяти Рамиль Барети Ахмедшина, мастера спорта по лыжам тоже, работавшего тренером в спортивной школе, на детской спортивной школе. Ну и памяти Калядина Валентина Калядина Константина Владимировича, тоже двоеборец, он был призером России, памяти наших друзей. В мероприятии приняли участие и почетные гости. Это близкие родственники именитых лыжников, сестра Рамиля Ахмедшина и мама Константина Калядина. Очень жалко, что он так рано ушел из этой жизни. Любил жизнь, любил спорт, любил все. Но так получилось, так сложилось все. А сейчас я стараюсь каждый его старт, пока у меня есть какие-то силы, сама принимать участие и по возможности пробежать ту дистанцию, которую положено по нашему возрасту. Очень приятно, что это внесено все-таки в разряд гонка памяти, что помнят о них. Первыми на старт выходят девочки младшего возраста, затем мальчики. Всего в соревнованиях приняли участие 250 любителей лыжного спорта и здорового образа жизни. Для лыжников такие старты являются замечательной возможностью проявить себя и набраться соревновательного опыта. Поэтому на закрытии сезона приехали и участники из близлежащих городов и районов. Это команда из городов Мелеуз, Ишимбай, Стерлитамак, Салават и Куиргазинского района. Спортсмены говорят, что в Кумертау очень хорошая трасса, поэтому такие моменты они стараются не упускать. Трасса вообще отличная. Здорово вообще все. Сегодня тем более такая погода, праздник, столько народу. Не всегда на результат гонок могут повлиять способности и быстрота спортсмена. Здесь еще важна и удача. Ведь порой случайные падения на старте или же перед финишем могут быть решающими. Согласно возрастам, дистанции для всех разные. От 1 километра до 10. Достойно выдержала все сложности гонок самая юная участница соревнований Юлия Жила. Ей всего 7 лет. Мне было легко. Ну, очень далеко. Мы бежали далеко. Я побежал к Комитовой и перешла последней. Последней пришла? Ты расстроилась? Нет. Не расстроилась, а вообще... мне главное, что я участвовала. По традиции, в самом многочисленном составе выступают школьники. Активность проявили и ветераны спорта, работники предприятий города. Они являются примером для подрастающего поколения. Настроение прекрасное, дистанции очень хорошо подготовлены, очень хорошо все организовано. Прям шел с удовольствием, и я, и мои коллеги, уже ветераны лыжного спорта, с удовольствием прошли эту трассу. Участники соревнований получили массу приятных впечатлений, задора и положительных эмоций. По итогам гонок все победители и призеры были награждены грамотами, медалями и ценными подарками. Зима не сдает позиции, снега еще достаточно. А значит, для любителей лыжного спорта сезон неофициально, но продолжается. Айгуль Мухаммедшина, Владимир Кузьмин. Новости.